Жители Северского района продолжают жаловаться на дорожные заторы на въезде в поселок Ильский. Проблемы начались с тех пор, как в поселении изменили дорожную разметку. Сделали это для уменьшения количества аварий на трассе. Но появилась новая проблема – дикие пробки. Дорога даже до соседней станицы в Северской в часы пик растягивается на 2-3 часа. К тому же трасса делит Ильский пополам, делая жителей поселка заложниками ситуации. На федеральном уровне проблему решить невозможно. Трасса относится к федеральным автодорогам. На комиссиях по безопасности дорожного движения неоднократно поднимался вопрос о заторах, образуемых в поселке Ильском. Данные заторы обусловлены, конечно же, в первую очередь увеличением интенсивности движения транспорта. Сама дорога в поселке Ильском не позволяет обеспечить необходимую пропускную способность, но и расширение ее затруднительно, поскольку ширина между участками не позволяет сделать четырехполосное движение, две полосы в одну, две полосы в другую сторону. Идеальным вариантом это является строительство нового обхода. Но данный вопрос не в компетенции муниципального образования Северский район, данный вопрос находится в компетенции федеральной автомобильной дороги. То есть нами неоднократно были направлены письма для рассмотрения данного вопроса. Сейчас ведется строительство обхода через Славянский, который в какой-то мере должен разгрузить. Но, конечно, это мера, полумера, которая будет недостаточна для того, чтобы увеличить пропускную способность в поселке Ильском. На сегодняшний день, я думаю, что мы будем еще неоднократно встречаться с руководством федеральных автомобильных дорог для решения данного вопроса. Жители района, в свою очередь, пытаются решить проблему дорожного затора и создали петицию на сайте change.org. На данный момент ее подписали 2175 человек.